Всем привет! Данный мастер-класс посвящен созданию корзины сыр. Вот такой кусочек сыра с отверстиями, как будто его проели мышки. Итак, значит, наша корзиночка получается размером приблизительно 20, высота 13. И вот эта широкая часть где-то приблизительно 14-15 сантиметров. Так, значит, из материалов нам понадобится трикотажная пряжа, приблизительно 90 метров. Вот классическая толщина 7-9 миллиметров сама нить. Вот, из инструментов нам понадобится крючочек номер 7 у меня, иголочка с большим ушком и ножницы. Итак, сначала мы с вами будем вязать наше дно. Оно будет в виде треугольничка, обычными поворотными рядами, с убавочками. Дальше мы его с вами обвяжем и будем переходить на стеночки. Перейдем на стеночки, будем вязать каждый ряд и дальше будем доходить до наших отверстий, которые я покажу, как мы будем их делать. И покажу также, как мы будем обвязывать краешек нашей корзины, верхушечку саму. Вот, поэтому предлагаю приступить. Чтобы связать такое донышко, мы сначала наберем с вами цепочку из воздушных петель и будем вязать поворотными рядами определенное количество этих рядов. Итак, значит, берем с вами крючочек и набираем цепочку из воздушных петель. Их будет всего 10 наших рабочих, плюс 1 для подъема. Итак, набираем, значит, с вами вот таким способом делаем первую петельку, ну или каким вам удобно. И набираем, получается, еще 9 воздушных петель. Вот, чтобы посчитать рабочие наши петельки, мы для этого переворачиваем нашу косичку другой стороной, и сзади у нас идут вот такие перемычки. Вот за эти перемычки мы и будем с вами вязать. У нас их должно получиться всего 10. То есть считаем вот эту первую, которая была в самом начале, то есть самой первой косички. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 таких перемычек, за них мы будем вязать. Для этого мы сейчас делаем еще одну, это у нас петля подъема. Теперь мы с вами разворачиваем полотно и вяжем во вторую от крючка. То есть можно еще раз пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть вторую от крючка. Первая спряталась под ниточку, во вторую начинаем вязать. Итак, вяжем обычные столбики без накида. То есть ныряем прямо под перемычечку и провязываем. Дальше в следующую перемычку и провязываем обычный столбик без накида. Получается, мы ныряем, хватаем рабочую нить, вытаскиваем наверх, хватаем заново рабочую нить и провязываем. Опять ныряем прям под перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем, накидываем рабочую нить, то есть хватаем ее и провязываем сразу две петельки, которые были на крючке. Ныряем, хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем. Старайтесь вытягивать нить для нашего столбика равномерно, чтобы вот эти столбики, наши галочки, были аккуратные и одинаковой длины. Ныряем, хватаем рабочую нить и провязываем. Ныряем, хватаем рабочую нить и провязываем.
провязываем. И в последнюю, то есть вот самую, которая у нас была узелок нашей первой петли, за него тоже хватаем. Цепляем рабочую нить и провязываем. У нас должно с вами получиться 10 столбиков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков мы с вами провязали. А дальше мы делаем петлю подъема. Разворачиваем полотно. И начинаем вязать обратно те же самые 10. Вяжем мы с вами их под косички, которые у нас, получается, образовались. То есть мы ныряем прям между вот этими шляпками, которые у нас на столбиках. То есть ныряем прям в первую, вытягиваем нить и провязываем тот же самый столбик без накида. И так до конца ряда должно у нас получиться 10 столбиков без накида. Последний, 10-й, провязываем вот его сюда за косичку. Вот у нас получилось, мы связали с вами туда 10 и обратно 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы делаем петлю подъема, разворачиваем полотно. И сейчас у нас в этом уже следующем ряду, получается, пойдут убавки. Мы будем сужать наш, получается, то есть идти на сужение, чтобы получился треугольничек. Для этого мы сейчас с вами будем делать убавки в начале и в конце ряда. Получается, мы ныряем с вами сюда в самую первую, вытягиваем, ныряем во вторую, вытягиваем, и теперь провязываем, хватая рабочую нить, все три петельки. Вот получается, мы сделали с вами раз. Дальше вяжем вторая петелька, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И вот здесь у нас должно получиться, значит, в этом ряду всего 8. То есть здесь в конце ряда мы будем тоже делать убавку. То есть мы ныряем в одну, вытягиваем, ныряем прям под косичку другую и провязываем сразу все три петельки. Далее мы делаем петлю подъема, разворачиваемся и провязываем 8 получившихся петель. То есть 8 столбиков, прям самую первую ныряем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь делаем петлю подъема, разворачиваем. И видно, что на вот этой стороне, когда хвостик у нас с вами получается слева, у нас идут наши убавочки. То есть вот здесь мы сделали убавочку и вот здесь. А теперь у нас следующий ряд. В нем мы будем делать убавки до 6 петель. То есть опять так же мы в конце ряда, в начале и в конце ряда делаем с вами по одной убавке. То есть мы опять ныряем в самую первую, вытягиваем. Ныряем во вторую, вытягиваем. И провязываем сразу 3. Дальше вяжем, получается, у нас вторая, третья, четвертая, пятая. И дальше мы опять делаем убавку, то есть чтобы всего 6 получилось у нас. Опять мы ныряем, вытягиваем, ныряем в следующую
вытягиваем и провязываем все три. То есть опять мы на этой стороне видим, что вот наша убавочка, вот, вот наша убавочка и вот. Делаем петлю подъема и провязываем 6 наших образовавшихся петель, то есть 6 столбиков вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, тут у нас уже пошло еще больше сужения. На этом моменте я предлагаю нам сделать еще два ряда с шестью, и дальше будем переходить еще на большее сужение. Но опять вы смотрите по размеру вашего сыра, который бы вы хотели бы связать. Соответственно, либо вы набираете большее количество петель, соответственно, равномерно сужаете, либо можно еще быстрее сузить, то есть он будет более такой треугольный, не такой вытянутый, как в данном случае моя корзинка. То есть это вы смотрите уже по тому, какой размер корзины хотели бы вы. Соответственно, и какая форма, более заостренный, чтобы он получился треугольничком, или более вытянутый. А в моем случае я предлагаю еще связать без убавок, получается, два ряда. То есть мы делаем петлю подъема, разворачиваемся и вяжем опять 6, прям начиная с самой первой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот связали еще одну. Теперь получается мы с вами разворачиваем, то есть делаем петлю подъем, разворачиваемся, вяжем еще 6. Теперь делаем петлю подъема и разворачиваемся. Будем сейчас делать убавку. То есть у нас получается с вами 10, то есть туда-сюда, то есть по 2 ряда получается 10, 2 ряда 8, 4 ряда 6. Теперь сделаем опять же убавку на той стороне, где у нас и были убавки. То есть сейчас мы будем с вами уменьшать наше количество петель до 4. То есть опять мы в самом начале, получается, делаем убавочку. Провязали это раз, два, три, и также в конце. То есть мы ныряем, вытягиваем, ныряем, вытягиваем и провязываем все три петельки. Теперь делаем петлю подъема и провязываем все наши 4 петли, 4 столбика. Раз, два, три, четыре. Теперь делаем петлю подъема, разворачиваемся и делаем опять убавку до 2 столбиков. То есть мы ныряем, вытянули, ныряем, вытянули и провязали все 3. Дальше опять ныряем, вытянули, ныряем под галочку, под косичку, вытянули и провязали все 3. То есть вот у нас уже с вами идет еще более заостренный он. Делаем петлю подъема, разворачиваемся, провязываем 2 петельки. Одну и вторую. Далее опять делаем петлю подъема, разворачиваемся и делаем последнюю убавочку до 1 столбика. То есть вытянули, вытянули и все 3 провязали. Теперь получается, мы делаем петлю подъема и разворачиваемся. Итак, значит, это у нас получается сторона, где мы делали с вами убавочки. То есть вот они, убавочки, вот они, и вот. Соответственно, мы сделаем, что это будет наша сторона изнаночная, то есть это будет у нас внутри нашей корзины. А эта сторона будет лицевой. Вот.
И мы будем сейчас ее обвязывать по всему периметру. Таким образом, чтобы можно было перейти на стеночки нашей корзины. Предлагаю приступить нам к обвязке нашего донышка. Итак, значит, на чем мы остановились? Мы с вами сделали одну убавочку до, получается, до одной петельки. Теперь, получается, мы с вами ныряем прямо вот сюда, как бы типа провязываем эту одну обычным столбиком. И начинаем с вами делать обвязку. То есть сейчас мы будем с вами обвязывать краешек. То есть цепляясь сначала вот сюда, потом вот сюда, потом сюда, потом сюда. То есть как бы вот полосочка, вот эти шляпки, полосочка, шляпки, полосочка, шляпки. То есть каждый получается ряд. Итак, получается, мы здесь с вами одну провязали. И теперь ныряем с вами, получается, вот сюда. Она прям торчит, ножка столбика. То есть провязываем также обычными столбиками без накида. Далее, следующий, получается, мы цепляем вот эту ниточку. И вот здесь есть еще одна такая же ниточка. Не совсем прям глубоко, чтобы дырочка вот здесь не образовывалась, а прям за вот эту. И у нее вторая же такая есть. То есть вот так цепляемся и провязываем. То есть, получается, у нас поворачивается все наша обвязка. Следующую провязываем опять вот наш столбик, то есть краешек. Мы опять прям за одну ножку цепляем и провязываем. Следующий ныряем, получается, вот за петельку. И вот там есть еще одна петелька. Тоже такая, она самая крайняя. И провязываем. То есть у нас получается одна будет галочка коротенькая, одна длинная, коротенькая, длинная. Итак, мы будем сейчас с вами обвязывать по всему нашему периметру. А здесь получается вот этот рядочек, мы его еще, получается, ныряем прямо вот сюда после шляпки этой, провязываем. И дальше у нас, получается, начинается уголочек. В уголочек мы будем провязывать с вами 3 петельки. То есть, смотрите, наше вот донышко, здесь, где самая широкая часть, получается, здесь столбики. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 там. Внутри. Вот в этот 10 мы сейчас будем провязывать 3 столбика без накида. Прям ныряем туда. Провязываем прям раз. Туда же ныряем. 2. И туда же ныряем 3. У нас получается с вами вот такой уголочек. Мы как бы развернулись чуть-чуть. Дальше у нас получается мы с вами провяжем сейчас вот эти оставшиеся. Также здесь в последнем 10 мы сделаем 3. Дальше я предлагаю для того, чтобы у нас сырочек был немножко закругленным с этой стороны, здесь провязать столбики с накидом. Соответственно, мы сейчас с вами в первой, получается, то есть вот мы провязали 3. Дальше будем вязать один полустолбик. Дальше будет полустолбик и столбик с накидом в одну. Дальше будут столбики с накидом, опять столбик с накидом, полустолбик в одну, и дальше будет опять полустолбик, и будет наш поворот. Это для того, чтобы сырочек, как бы, был вот эта часть более закругленная, не прямая. Итак, значит, мы с вами провязали уголок наш в 10, теперь в 9 получается, мы с вами вяжем полустолбик с накидом, получается, это мы делаем накид, ныряем прям вот
в ножки. То есть вот шляпочка и ножки. Мы прям в них ныряем. Вытягиваем нить. У нас получается 3 петельки. На крючке мы сразу хватаем рабочую нить и провязываем все 3 петли. Дальше получается мы делаем с вами то же самое. Накид. Опять прям между ножками ныряем. Вытягиваем. Провязываем все 3. И ныряем туда же. Делаем просто столбик с накидом. Накид. Нырнули туда же. Провязали сначала 2, потом еще 2. Дальше мы с вами провяжем 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. То есть мы с вами накид, ныряем между ножками. Вытягиваем нить, провязываем 2, и еще 2. Следующий опять накид, ныряем, провязываем 2, и еще 2. Далее получается опять накид, ныряем, вытягиваем, провязываем 2, и еще 2. Дальше получается у нас с вами... Остался, получается, первый, второй и третий. То есть мы в них, получается, сейчас делаем накид. Ныряем. Провязываем 2, еще 2. Это наш столбик с накидом. Дальше делаем полустолбик с накидом. Это опять туда же ныряем. Вытягиваем, провязываем все 3 сразу. То есть вот такая как бы у нас... Юбочка здесь получается. Во второй получается отсюда, с этой стороны, если считать. Мы делаем полустолбик с накидом. То есть нырнули, вытащили нить и сразу все 3 провязали. И вот в этот наш 10-й, который последний, мы будем провязывать с вами сейчас 3 столбика без накидов, чтобы сделать поворот. Как мы делали на этой стороне. Получается, просто ныряем прям туда, также в ножки. Провязываем 1, туда же ныряем 2, и туда же ныряем 3. Вот получился наш поворот. Сразу старайтесь все поправлять. И дальше мы, получается, вяжем с вами этот край. То есть мы прям ныряем, то есть вот наши опять... Пупырышки вот эти идут, потом полосочка, пупырышки, полосочка. И прям так же мы должны пройти. То есть вот здесь мы ныряем прям после шляпки, как бы этой пупырышки, провязываем 1 столбик без накида. Далее получается, где полосочка, мы прям в самую крайнюю дырочку, здесь она получается у нас, провязываем. Поправляйте сразу все, чтобы был разворочек. Дальше опять мы дошли вот этих пупырышек, прям... Пупырышки вот заканчиваются, и здесь как бы такие две ножки столбика получается. Вот между ними надо пролезть, чтобы дырочки не было потом большой, отверстие в дне. Надо провязать именно туда. Дальше получается здесь опять самое крайнее провязываем. Здесь опять вот мы подошли, то есть прям вот ныряем между ножками столбика. Старайтесь сразу все поправлять, сильно не затягивайте, чтобы донышко наше все не скукоживалось. И вот мы подошли, получается, к нашему самому сюда краю. Провязываем мы здесь, получается, 1. Это как и было здесь в самом начале. И провязываем сюда еще, получается, у нас 1. Самый-самый остриечек.
и еще одну. То есть получается у нас вот из этой первой выходит 4. То есть первую, которую мы в самом начале. И дальше получается здесь один с этой стороны и еще 2. То есть всего у нас с вами должно получиться для вязания 46 косичек, если все сделано правильно. 45 вот это будет последняя. И вот этой, которой мы будем сейчас с вами соединяться, это будет 46 петелька. Вот. Сейчас покажу, как будем соединяться. То есть вот наша петелька первая, которая лежит. Вытягиваем ниточку побольше. Получается, залезаем с вами с изнаночной стороны крючком под эту петельку первую, которая лежит. Накидываем на нее вот эту большую петлю, которую мы с вами вытянули, ниточку, и утягиваем ее назад. Тут получается у нас с этой стороны начинает образовываться такая же, как бы, половинка этой косички. Теперь весь сырочек ныряет, все донышко наше ныряет, получается, в это большое кольцо, и мы потихонечку подзатягиваем. Уменьшаем сначала наше колечко, затягиваем нить, и таким образом у нас произойдет соединение наших петель. Итак, получается, что вот эта петелька как раз наша получается 46, то есть всего в нашем полотне, вот в этом, по всему нашему периметру 46 косичек, и мы сейчас будем дальше переходить на стеночки и вязать дальше вверх корзины. Но сначала предлагаю вам ее донышко наше все это отпарить, если есть такая возможность, чтобы оно было прямым, то есть подтянуть его везде, где можно, чтобы оно было прям треугольником таким, хорошенечко его пройтись. И, соответственно, будем приступать к вязанию наших стеночек. Вот этот хвостик, который у нас здесь остался, его можно сразу куда-то спрятать, убрать. Потому что потом, когда мы свяжем корзину, это будет неудобно сделать. Вот. То есть хвостик этот просто вот сюда вдоль этих столбиков или вдоль этих просто сразу ликвидировать. Итак, моя донышко готова. Сейчас будем с вами приступать к вязанию наших стеночек, то есть переход наверх. И будем уже делать прям саму корзину. Итак, значит, что у нас здесь с вами получилось? У нас вот такое с вами произошло здесь соединение, то есть ниточка прям вот выходит отсюда, и у нас вся корзинка будет соединяться, получается, соединение ряда будет у нас проходить с вами здесь, острые части нашего сырочка, то есть вот здесь оно будет проходить у нас с вами, чтобы здесь нигде особо было не видно потом ни соединения, ни чего. Приступаем к вязанию наших стеночек. Для этого мы прям будем вязать все обычным классическим узором галочки, вот в раскол получается, и приступаем с вами к вязанию. Итак, вот тут вот ниточка прям получается выходит, и вот начиная прям со следующего столбика, то есть здесь вот у нас соединение произошло, здесь вот петелька, и получается вот следующую свободную петельку с пупырышкой вот с этой мы начинаем вязать. Итак, как мы это будем делать? То есть мы с вами ныряем, получается, за дальнюю дужку косички и за эту перемычечку. Хватаем рабочую нить и провязываем обычный столбик без накида. Далее, получается, мы опять также ныряем за дальнюю дужку косички, за перемычечку и провязываем следующий. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. То есть получается вот ныряем сюда за дальнюю дужку, потом ныряем за перемычку. То есть вот не наши перемычечки идут. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем. Таким образом у нас получается переход на стеночки идет. То есть можно уже поправлять.
То есть начинается вот так корзиночка загибаться наверх. Провязываем каждый просто столбик. Дальняя косичка и перемычка. Так мы идем до конца нашего ряда. Итак, вот мы подходим с вами уже самому, получается, к концу. Провязываем прям одну петельку, которая у нас была соединительная. Прям залезаем под нее, и тут перед ней должна быть перемычечка такая же. Вы прям ее найдите, вот она. И туда необходимо пролезть. И вот последнюю тоже. Провязываем. Отправляем всю нашу корзиночку. То есть, что вот у нас начался подъем наверх. Вот. И будем сейчас делать соединение наших рядов. То есть, начало и конца ряда. Получается, мы также ныряем с вами под первую лежащую косичку, накидываем на нее петельку, подзатягиваем. Теперь нам необходимо ее уменьшить до минимального размера, но чтобы она не выскочила. То есть оставляем ее где-то приблизительно вот такой маленькой. И приступаем к вязанию второго ряда. Для этого нам необходимо сейчас, получается, мы с вами ныряем в сюда прям между ножками, между галочкой, то есть вяжем в раскол, ныряем, хватаем рабочую нить, вытаскиваем ее наверх, далее накидываем вот эту петельку, которая соединительная у нас была, на крючок и просто провязываем рабочей нитью две петельки вместе. Такое соединение почему-то мне нравится больше всего в узоре галочки. Вот, и получается дальше мы продолжаем с вами вязать наш, получается, второй ряд также узором галочки до самого конца. Итак, вот я дошла до конца нашего второго ряда. Покажу сейчас еще раз соединение. То есть мы вытягиваем немножечко петельку. С изнанки, получается, залезаем крючком под самую первую косичку, которая лежит. Вытягиваем туда петлю нашу вот эту. У нас происходит соединение. Мы немножечко подтягиваем. Оставляем ее совсем небольшой. Главное, чтобы она туда не убежала. И все. Дальше опять получается мы ныряем в раскол ножек, то есть между ними. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, получается, наверх. Надеваем эту петельку и провязываем сразу две петли. Вот наше соединение произошло. А теперь мы с вами вяжем третий ряд. Также он идет без изменений, просто в раскол галочек до конца ряда. Итак, я дошла до конца третьего ряда. Сейчас делаю соединение.
одну петельку. Вытягиваю, накидываю петельку и просто провязываю. Итак, сейчас у нас начинается четвертый ряд. В этом ряду у нас начнутся, ну, по крайней мере, в моей корзине начнутся отверстия. Сейчас я вам покажу, как мы будем делать большое. И на другой стороне у меня будет маленькое отверстие. Опять же, свои отверстия вы можете расположить как угодно, может и ниже рядом, в зависимости от размера вашего сыра, от вашей корзиночки. Вот, я вам сейчас покажу саму технику, а вы уже распределяете их сами, как вам больше нравится. Итак, первое отверстие вот здесь, это будет большое, то есть я продолжаю дальше вязать свой четвертый ряд и подошла к месту, где у меня будет отверстие. Соответственно, мы здесь останавливаемся, вытягиваем вот эту петельку нашу побольше, сантиметров так 30. Она нам пригодится для того, чтобы вот здесь, когда мы дойдем с вами ряд, сделает у нас, получается, будет отверстие. Здесь у нас будет просто как две лежачие косички. Чтобы нам здесь сымитировать вот эти галочки, нам понадобится хвостик подлиннее как раз этой ниточки. То есть мы его оставляем вот так и продолжаем дальше вязать. То есть сейчас у нас будет большое отверстие, то есть я оставляю две галочки, их не провязываю, и ныряю сразу в третью и продолжаю вязать дальше до конца ряда, либо до следующего отверстия, например. Итак, я вот дошла до другой боковинки, и здесь сейчас у меня в самом, получается, начале этой боковинки будет маленькое отверстие, потом здесь будет еще маленькое, здесь будет побольше. Так я решила. Так, значит, как мы делаем с маленькими отверстиями? Точно так же мы вытягиваем ниточку, только уже не такую большую, то есть она нам тоже понадобится только для того, чтобы здесь в маленькой дырочке сымитировать вот эту галочку. То есть мы где-то сантиметров, ну пусть 20, оставляем ее и пропускаем для одной, для маленькой дырочки, оставляем одну галочку. Получается, во вторую, следующую, как бы мы начинаем вязать. Опять также мы дальше вяжем обычным своим узором галочки в раскол до следующего отверстия, либо до конца ряда, а там с вами тогда увидимся. Вот, получается, я дошла до конца моего ряда. Сейчас у меня здесь будет отверстие, немножко мне мешать, но мне хочется, чтобы оно было здесь, на этой стороне. Опять же, как мы поступаем здесь? То есть сейчас я буду соединять ряд, но для этого сначала я сымитирую наши вот эти галочки, про которые я говорила. То есть, смотрите, здесь получается, мы сейчас, если пойдем дальше вязать, у нас здесь как бы получается две лежащие косички. То есть, ну, как бы будет не так симпатично, если кажется, что как будто здесь у нас полностью все связано и красиво оформлено дырочки, отверстия эти. Соответственно, что мы делаем здесь? Здесь, как и в любой другой этой отверстии, мы этот хвостик утягиваем сюда, оставляем здесь совершенно такой, ну, небольшой. Он нам понадобится здесь, только чтобы мы его вот так спрятали и обвязали, чтобы у нас галочка не распустилась. Соответственно, мы с вами отрезаем вот так ниточку, которая у нас была длинная. Это, получается, мы вытягиваем сюда, и она у нас просто вот сюда вовнутрь потом спрячется вот так, и мы ее просто обвяжем, просто чтобы галочка наша не распустилась. Соответственно, вот эту ниточку, которая была длинной, мы сейчас берем с вами иголочку. То есть я советую делать это все сразу, потому что потом совершенно неудобно этим заниматься, потому что будет очень узенько в корзинке и будет все неудобно. То есть мы берем вот эту нашу ниточку длинную, прямо здесь вылезаем из галочки, из одной, этот хвостик, и кладем его сюда, как бы имитируя одну из дужек косичек. Потом уходим вовнутрь
и вылезаем в соседний. Опять имитируем, как будто у нас здесь с вами галочка. Это получается у нас уходит сюда вовнутрь, то есть цепляетесь прям вон, куда-нибудь там за ближайшую ножку столбиков. Цепляетесь, стараетесь, чтобы ниточка ваша не перекручивалась. И возвращаетесь обратно сюда на лицо, опять же туда же ныряя в отверстие, откуда как бы выходила галочка. То есть вот сюда подтяните там, чтобы было аккуратненько. Опять вот мы, получается, имитируем одну и ныряем сразу в соседнюю. То есть у нас получилась вот одна галочка, которую мы сымитировали. И вот сейчас получится вторая. Также опять мы просто ныряем и куда-нибудь вовнутрь прячем хвостик, который мы потом сейчас, когда будем вязать дальше, будем просто его обвязывать, прячев в под столбики, под ножки столбика. Вот, получается, мы с вами сделали две имитирующие галочки. Вот. Этот хвостик, получается, который с этой стороны, мы его просто вниз вот так кладем и будем его сейчас обвязывать. То есть у меня вот здесь просто попало это все на соединение. То есть я сейчас аккуратненько сделаю соединение, чтобы ничего не распустить. Хоп. Делаем соединение и все это просто обвяжем. Если у вас в этом ряду не получится обвязать этот хвостик, вы его просто обвяжете в следующем ряду. То есть это не принципиально. Но главное, все остальные хвостики, которые вам уже будут не нужны, вы их, пожалуйста, сразу ликвидируйте, потому что потом это неудобно будет делать. То есть я сделала соединение, провязала. И дальше ныряем сюда в галочку. Только у нее здесь будет только одна ножка. И нам надо постараться нырнуть так. То есть хвостик мы туда уже завернули. И будем его вязать. Нырнуть так, чтобы мы выскочили с вами, а эта ножка оказалась с этой стороны крючка. Ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем. Вот у нас с вами получилось. Как бы мы поднялись на ступеньку выше. То бишь там, где у нас будет большое отверстие, у нас получается, мы здесь будем еще подниматься. То есть сейчас мы опять делаем хвостик, но уже не такой длинный, потому что больше мы с вами галочки имитировать эти не будем. Соответственно, мы просто потом эти кончики отрежем и все. То есть вот мы с вами провязали. Опять также отступаем и начинаем вязать вот в эту первую галочку. Сразу хватаем вот этот хвостик, который у нас был, который мы имитировали галочки, и начинаем вязать, чтобы его сразу прятать. То есть также мы просто вяжем, как вязали до этого просто наш узор. То есть хвостик мы там с вами запрятали сразу между ножек, вот он там у меня пошел. И лишнее можно потом отрезать. То есть здесь мы, когда опять вернемся сейчас сюда, мы этот хвостик разрежем, одну спрячем и вторую спрячем. И у нас будет образовываться отверстие. Так мы, получается, с вами дальше вяжем до следующего, например, отверстия. То есть кончик мы с вами спрятали и можно его там отрезать уже. Так, дальше я тут сделаю себе, наверное, еще отверстие сейчас. Будет маленькое у меня. То есть где-то вот здесь будет у меня сейчас еще одно отверстие. То есть опять вот я оставляю хвостик для того, чтобы сымитировать нашу галочку. И продолжаю дальше вязать, отступив одну. То есть здесь у меня будет одна маленькая дырочка. Сейчас я дойду до следующей и покажу, как мы поступаем в маленькой дырочке.
Вот я подхожу уже к своей маленькому, к той стороне, где у меня маленькое первое отверстие. Здесь же опять кончик этот мы утягиваем, оставляя небольшую петельку. Ну, просто нам нужна для того, чтобы ее просто обвязать. Отрезаем ниточку. Вот этим длинным хвостиком мы будем здесь имитировать галочку. Соответственно, у нас получается, что вот это мы вытягиваем, вот наш хвостик. А здесь мы сразу, получается, его просто вот туда кладем, вовнутрь. И будем сейчас делать обвязку, продолжая как вязать нашу корзину. То есть хвостик мы сразу положили, а просто обвязываем его. То есть придерживайтесь, чтобы петелька это никуда не убежала, которая у нас самая крайняя. То есть вот наша ножка была, наша первая петелька. Туда мы обвязали наш хвостик. И здесь опять мы ныряем в петельку так, чтобы мы с вами оказались, то есть здесь у нас ножка одна опять, чтобы мы с вами оказались перед ней. Просто для того, чтобы у нас галочку было за что зацепиться. И все. Получается, это мы пока оставим. И сымитируем с вами здесь. У нас галочку надо одну сымитировать, для того, чтобы здесь у нас косичка это не лежала. Мы берем с вами иголочку. Так же, как и там, когда мы имитировали большую. Получается, мы здесь ныряем, выходим прям из галочки, делаем, получается, одну вот такую. То есть внутри мы сюда уходим за любую галочку, это не принципиально. Возвращаемся теперь обратно сюда. Вот мы сделали половинку. И теперь необходимо сделать вторую также вот сюда. Опять сюда и уходим сюда хвостиком, который мы сейчас будем обвязывать, когда пойдем дальше вязать. То есть этот кончик, который мы отрезали здесь, мы его вот, получается, обвязали только что. То есть он нам больше не нужен. Мы его можем сразу отрезать. И продолжаем вязать. Итак, сейчас у нас, получается, образовалась маленькая дырочка. Она делается из одной галочки. Соответственно, сейчас я буду просто вязать дальше уже, просто над ней. То есть там я отступила, потому что я здесь буду делать 2. У меня, получается, будет 4 галочки в процессе. Потому что здесь будет 2 тут и, соответственно, 2 тут. Поэтому здесь я еще пока отступила и буду дальше продолжать чуть позже. Соответственно, здесь у меня будет только одна галочка пропущена, потому что дырочка маленькая. И мы продолжаем вязание, делаем 2 воздушных петельки, но делаем их максимально узенькими. Просто если сделать одну петельку здесь и продолжить вязание, допустим, как мы делаем это на ручках, когда делаем корзинок, то дырочка получается слишком маленькая, то есть она слишком утягивается. Поэтому я на дырочке, которая маленькая, делаю 2 воздушные петельки, но минимальными по размеру. И дальше опять ныряю, получается, в галочку и продолжаю вязание. Опять хватаю этот хвостик, который мы имитировали, галочку, и его начинаю сразу обвязывать. То есть сразу его прячем. И продолжаем так дальше вязать до следующего отверстия, либо до конца ряда. И там с вами увидимся. Вот я подхожу к нашему отверстию, которое у меня было первым, где у меня была двойная, то есть большое отверстие из 4 галочек, то есть 2 здесь и 2 в следующем ряду. Соответственно, вот я начинаю сюда подходить. Здесь я просто отрезаю ниточку. Этот хвостик я тоже потом просто спрячу, потому что галочки мы тут с вами уже сымитировали. Этот хвостик, получается, вытаскиваю. Его необходимо провязать, спрятать. Получается, я вот сейчас подхожу, сразу буду прятать кончик, вот этот маленький, чтобы он мне потом нигде там не мешался. Поэтому я сразу обвязываю и буду сейчас делать соединение ряда. Все, вот я подошла, кончик я уже начала обвязывать.
Все остальные кончики, которые вы уже обвязали, вы их сразу отрезайте, ненужные, потому что потом не подлезете. Итак, вот я подошла, делаю свое соединение. Так. Делаю соединение. Утягиваю. Побольше, чтобы была маленькая петелька. Получается, я утягиваю, надеваю петельку и все провязываю. Дальше, получается, я провязываю вот эту последнюю петельку перед отверстием. Опять, получается, ныряю так, чтобы у нас вот эта ножка оказалась слева от крючка. То есть ныряю в галочку и цепляю эту, чтобы как бы ножка раскрылась. Отъехала чуть-чуть в сторону. Вот. Получается, мы с вами провязали. И дальше мы уже будем вязать с вами, просто уже закрывать наше отверстие, потому что уже все мы его сделали. То есть на там, где у нас с вами отверстие двойное, здесь я советую делать 3 воздушных петельки, чтобы соединиться дальше с рядом. То есть 1, 2, 3, иначе она будет немножко перетянута. И дальше, получается, я просто соединяюсь с рядом и обвязываю тот кончик, который у нас остался с прошлого раза. То есть вот он у меня, и я его сразу обвязываю. Вот. Получается, вот такое отверстие у нас с вами получилось, где одна маленькая, то есть получается отверстие с одной галочкой мы пропускали. Мы здесь делаем 2 воздушные петельки, соединяемся. Там, где у нас было 2, то есть большое отверстие, а здесь мы делаем 3 воздушных петельки, соединяемся и продолжаем дальше вязание. И встретимся с вами возле той петельки. Я покажу, как мы будем ее обвязывать. Вот я подошла, получается, к нашему отверстию, которое мы практически уже закончили, которое было маленьким. То есть я также, получается, просто вяжу, подхожу, получается, к нашему этому отверстию. И, естественно, необходимо провязать одну галочку, просто прям вот ныряя в само отверстие, вытягиваем наверх, такая, чтобы она попышнее получилась, и просто провязываем. То есть не в саму косичку, а просто прям обвязав полностью ее, то есть ныряем в дырочку и обвязываем. И дальше идем, также обвязывая, просто провязывая, точнее, все наши оставшиеся галочки. И встречаемся с вами, получается, теперь на большом отверстии. Покажу, как мы сделаем там, закончим его. Вот, получается, я подошла к нашей воздушной, то есть цепочке воздушных петелек, которых 3 штучки. То есть я провязываю вот эту крайнюю, как обычно. Потом, получается, ныряю в само отверстие, делаю одну галочку, провязываю. Потом ныряю опять в отверстие, делаю вторую галочку. То есть вот у нас получается образовали галочки. И вяжу, получается, дальше уже. Просто по корзине, куда надо. То есть следующие 7 галочки. И также, опять же, дохожу до следующего отверстия. Либо до конца ряда. И там мы с вами увидимся. Только главное, ну, не забывайте распределять, где у вас будут в итоге еще отверстия. Всего таких рядов у нас будет 10. То есть у меня еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас идет 7 ряд. То есть в 8 я сделаю еще потом отверстие здесь. А вы смотрите, как более там гармонично, чтобы у вас тоже все смотрелось. Итак, дальше вяжем. Встречаемся на 9 ряду. На 10 точнее даже ряду.
То есть вот такая высота нашего сырочка. И там я вам покажу, как мы будем делать нашу обвязочку. Все, увидимся с вами в конце нашей корзинки. Я закончила все свои отверстия. Прошлась, получается, еще вот последний 10-й ряд провязала. И вот подошла к нашему концу. Будем сейчас здесь соединяться и делать обвязку корзины. Как мы делаем обвязку? То есть я вот подошла сюда, не делаю уже никакого соединения, как мы делали до этого, а просто ныряю прям под галочку, которая лежит, с которой бы мы соединялись бы. И сразу просто делаю соединительные петельки. То есть ныряю и сразу провязываю. Ныряю и провязываю. Просто ныряем прям вот под наши косички, которые лежат, то есть между столбиками. Не уже не в галочки, не в ножки, а просто прям под сами косички. То есть ныряем и сразу провязываем. Ныряем и провязываем. То есть делаем соединительные петли по всему периметру. То есть мы дошли сюда до конца, провязываем еще одну и провязываем ту, которая у нас соединяла. То есть мы прям под нее вот так ныряем и провязываем. Теперь вытаскиваем наш кончик, вот этот. То есть тут мы можем все поправить, расправить, сделать уголки нашего сырочка, чтобы все было ровненько. И получается... Теперь мы вытянули с вами кончик, берем иголочку и будем сейчас закрывать. Для этого нам необходимо, то есть вот под эту, которая у нас была соединительная, мы ее под нее тоже нырнули и получается провязали соединительную петельку. То есть сейчас мы будем хвататься уже за следующую, у которой прям непосредственно есть сзади уже сами столбики, которые мы вязали. Десятом ряду. То есть мы под нее вот так ныряем. Та соединительная у нас получается, мы ее прячем. То есть она как бы уходит назад для того, чтобы здесь нам сделать ну такую же толщину корзины, как и ну как везде по всему периметру. Возвращаемся обратно туда же, откуда выходит ниточка, и прям туда выходим на изнаночную сторону. Тихонечко вот так вытягиваем, аккуратненько подтягиваем, чтобы эта галочка у нас получилась такой же длины, как и все остальные галочки. Подтягиваем вот здесь. То есть здесь можно все подправить. Вот мы с вами сымитировали галочку эту. Теперь смотрите, здесь по верху получается остался вот эта полукосичка, которая той соединительной петли, которой мы соединялись. Для того, чтобы нам сымитировать такие же лежачие косички, мы вот этим кончиком вылезаем сюда наверх, прям вот сюда, рядышком, где вот эта одна идет соединительная. Вылезаем аккуратненько. И просто имитируем для этой одной еще одну такую же полукосичку эту, вторую дужку. То есть мы вот так ныряем под ближайшую, куда как бы уходит вот это соединительное, мы как бы туда же, получается, только с другой стороны делаем другую петельку, как бы имитируем. Получается, что у нас здесь для вот этой одиночной соединительной появилась вторая. И получается, что косички как шли, так и продолжаются. А вот этот кончик можно уже просто уйти туда вовнутрь, под ножки и просто его спрятать между ножками. И кончик нам уже больше этот не пригодится. Все мы здесь уже с вами сделали. Просто его прячем и лишнее отрежем.
Вот на столочек спрятали. Теперь это отрезаем. Поправляем нашу корзиночку со всех сторон, чтобы она была ровненько. Делаем ей острый носик. И, соответственно, здесь делаем полукругом, чтобы наше донышко было таким закругленным здесь с этой стороны. И все. На этом, в принципе, наш сыр, наша корзиночка сыр готова. Спасибо большое вам за просмотры. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Это мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал. Постараюсь и дальше его активнее развивать. Вот. Если вдруг остались какие-то у вас вопросы, обязательно пишите в комментариях, постараюсь всем все подсказать, рассказать более подробно. Вот. Спасибо вам большое и до новых встреч!